There was 800,000 of Saiga antelope like 20 years ago, and now we've got 6,000 of them. Мы понимаем, да, все угрозы, которые стоят перед Сайгаком, и можно сказать, что есть прямые угрозы, это браконьерство, и есть косвенные угрозы, которые вызваны именно климатическими изменениями. С тем, чтобы с этим бороться, как раз вот нам очень помог фонд Adaptation Innovation Fund WWF, с тем, чтобы, во-первых, найти средства на то, чтобы реализовать маленький проект по прочистки скважин для того, чтобы появилось больше воды в степном заказнике, с тем, чтобы сайгак мог больше находиться внутри охраняемой территории.